Союз будет такой же стиль демонстрировать, либо новый состав игроков будет диктовать другие несколько требований на поле? Ну, во-первых, мы стали моложе. Ребята физически очень хорошо готовы и развиты физически. Мы на сегодняшний день, может быть, немного потеряли в исполнительском мастерстве по сравнению с предыдущими годами. Но в желании и в стремлении к победе мы уж точно не проиграли, но, я думаю, даже приобрели. Поэтому я думаю, что в этом году у нас будет футбол более агрессивный, более темповой. Ну, может быть, на первых порах не все будет складываться идеально в плане взаимодействия футболистов. Но то, что на поле будут все футболисты действовать самоотверженно, стремиться к победе, в этом я не сомневаюсь. Спасибо. Скажите, какая задача стоит перед командой на сезон и какими ресурсами вы обладаете, чтобы ее выполнить? Учитывая, что у нас стартовая позиция с 13 места, то задача немножко ставить проще. В общем, для себя мы определили, что если по итогам сезона попадем в шестерку, то это будет успешно. Ну, о большем мечтать и чего-то добиться, кажется, не отрицается. А вот на встрече с руководством города что обсуждалось вообще? Как будет поддержка, может быть, клуба осуществляться? Больших изменений ни в финансировании, ни в поддержке не предвидится. Новое руководство нас заверило, что футбольная команда в городе как была в приоритете, так и останется. Поэтому будем работать, чтобы оправдать надежды. Почему именно это место было выбрано для встречи с болельщиками? И чего вообще вы ждете от этой встречи с фанатами футбольного клуба «Витебска»? Ну, наверное, начнем с того, что мы каждый год в одной и той же обстановке у нас в пресс-центре встречали. Хотелось что-то поменять, сделать что-то необычное, но вот возникла такая идея. Поэтому, ну, будем надеяться, что с изменением места встречи будет и какие-то изменения в результате в игре, естественно, в лучшую сторону. А чего вы ждете вообще от этой встречи еще с болельщиками? Может быть, какой-то обратной связи, что-то? Хотелось бы, конечно, чтобы это не был там монолог мой или тренера, чтобы была обратная связь, диалог, чтобы мы смогли ответить на те вопросы, которые людей интересуют, доступны, понятны. Если получится там команда с 5 болельщиками, ну, значит, мы нужны, значит, вы к нам неравнодушны. В рамках сельской программы, в этом не совсем обычном для спорта места, мы попытаемся рассказать о наших новичках, о том, как мы готовились к сезону, ну, и надеюсь, что сможем ответить на все вопросы, которые вы нам будете задавать. На то есть объективные причины. Именно в стенах училища ровно 100 лет назад было организовано творческое объединение «УМОВИС» во главе с Казимиром Малевичем, Эль Лисицким и многими другими. Большой командой единомышленников они работали и создавали новое искусство. Также ровно 60 лет... Мюнхен-Гладбах, В. ПСВ или Г. НАК Бреда.
Один балл за правильный ответ. Будьте внимательны. Первый вопрос. В каком году футбольный клуб «Витебск» завоевал Кубок страны? А. 1986, Б. 1962, В. 1996 и Г. 1997.